Интерскол ПШМ-300Э01 – плоскошлифовальная машина, предназначенная для удаления разнообразных покрытий, например, старого лака или краски. С ее помощью также можно выравнивать плоские поверхности из любых не слишком твердых материалов, таких как дерево, металл, пластик, гипсокартон или шпатлевка. Принцип действия инструмента основан на частых круговых движениях колебания подошвы, колебаниях, на которые закреплен лист наждачки. Подходит практически любая, как на тканевой, так и на бумажной основе. Мелкая пыль, в которую стирается материал, отсасывается специальной крыльчаткой через отверстие в подошве и листах бумаги, после чего оседает в мешке из ткани с фильтрующими свойствами. По меркам своего класса, Интерскол ПШМ-300Э01 – мощный и производительный инструмент, рассчитанный скорее на грубые, чем на доводочные операции. Типичный пример такой работы – снятие лака с деревянной поверхности большой площади. Чтобы полностью удалить покрытие, не сняв лишнего с самой заготовки, необходимо непрерывно перемещать инструмент круговыми или возвратно-поступательными движениями большой амплитуды. После шлифования остается чистая гладкая поверхность, пригодная даже для нанесения лака. Вместо пылесборного мешка можно подключить и пылесос. Как и многие аналоги, ПШМ Интерскол оборудована электронной системой регулировки частоты ходов. Низшие ступени используют для шлифования поверхностей, чувствительных к нагреву, например, из пластика. Изменяя частоту колебаний, можно менять и скорость шлифования, что бывает актуально при работе с узкими заготовками из дерева, когда легко снять лишние миллиметры деталей. Одно из достоинств плоскошлифовальных машин – доступный расходный материал. Абразивную бумагу можно покупать в больших рулонах и нарезать самостоятельно. Фиксация листов производится специальными зажимами. Отличие модели Интерскол от аналогов – удобные защелки, расположенные прямо на корпусе вместо рычагов на подошве. Плоскошлифовальная машина Интерскол ПШМ-300Э01 – современный, эргономичный инструмент, производительный и удобный в работе. Основная и передняя рукоятки прорезинены, курок фиксируется в нажатом положении вспомогательной кнопкой. Машина хорошо сбалансирована и при правильной эксплуатации почти не вибрирует. Инструмент подойдет для удаления старой краски во время ремонтных и восстановительных работ, для обработки деревянных заготовок перед нанесением декоративного покрытия, для снятия ржавчины с плоских металлических поверхностей, для выравнивания плоскости деревянных конструкций в местах стыковки, для сглаживания углов и для других подобных операций.